Александр Лиахметов на ваших экранах из Нижневартовска. Простите, это Хан Азизов, Челябинск. Он будет в красном углу ринга. Готовится к этому бою. Да, и вот Александр Лиахметов появляется на экранах. Он из Нижневартовска. На весовой категории 72,6 килограмма. 6 раундов, как и в первом поединке. Напомню тем, кто только что присоединился к нашей трансляции, что первый поединок завершился техническим нокаутом. Победу одержал Алексей Макшин из Воронежа. Победу одержал над Валей Хамалеевым из Тюмени. Категории до 72,6 килограммов. Формула встречи. 6 раундов по 3 минуты. Боковые судьи. Виктор Панин, Челябинск. Сергей Баусов, Тюмень. Роман Петров, Екатеринбург. Рефери Андрей Койтов, Екатеринбург. Ну что ж, ведущий ушел с ринга. Сейчас начнется первый раунд. Боксеры поприветствовали друг друга. Ну что ж, бой начался. Довольно активно начали боксеры поединок. Челябинский боксер более активен. Пропускает несколько ударов подряд нижневартовский боксер. Держи, держи.
Мне вот плохо видно из комментаторской кабины, но, по-моему, у Челябинца рассечена бровь. Ну все, без защиты ставили, пошли оба в атаку. Первый раунд завершен. Итак, в синем углу ринга отдыхает Александр Валиахметов, Нижневартовск. В профессиональной карьере он провел три боя. Три боя он провел на профессиональном ринге. Все три выиграл, причем все три нокаутом. Пока у нас позади лишь один раунд. Сейчас начнется второй раунд. Челябинский боксер не спешит подходить к центру ринга. Ну что, похоже, этот бой завершен также. Да? Опять технический нокаут. После первого же раунда отказались продолжать бой. Дамы и господа, ввиду отказа секунданта, спортсмена из Челябинска, победу техническим нокаутом одержал Александр Валиахметов. Да, Александр Валиахметов одерживает победу. Челябинские секунданты отказались продолжать бой после первого же раунда. Ну что, два?